Приветствую вас. Расскажите, как поживает городской округ Черноголовка, наш Наукоград. Какие планы по благоустройству, по экономике, какие проблемы, пожалуйста. Ну, Андрей Ильич, самая главная задача, которую мы решаем, начиная с 2015 года, это приведение города в порядок после получения в собственность федерального комплекса ЖКХ, всех дорог, тротуаров и всего жилищно-коммунального хозяйства, включая управление многоквартирными домами. Вот. В этой части самые главные результаты – это, пожалуй, ремонт практически всех городских дорог, всех городских улиц, замена бордюров, которые отсутствовали, замена пешеходных дорожек, которые в городе не ремонтировались. Сколько дворов в Черноголовке? 14 дворов. 14, да? Город очень компактный, 14 дворов, они большие. И благоустройство будет, соответственно, в двух, да, я так понимаю? В трех. На следующий год планируем в трех. Что с парком городским, место отдыха для жителей? Значит, город очень зеленый, находится в лесу, вот, поэтому нет проблем с местами для отдыха. С парком есть сложность. Земля под ним по-прежнему федеральная. У нас есть некая концепция его развития. Это парк в очень хорошем месте, на берегу озера. Вот, но пока нет возможности реализовать. И чтобы как-то компенсировать это, мы ведем работу над привлечением вне бюджета и спонсоров и меценатов для строительства так называемого научного сквера. То есть есть задумка, и жители ее поддерживают, в центре города сделать сквер площадью примерно около 2 гектара, чтобы он был тематический, то есть соответствовал духу Наукограда, были тематические малоархитектурные формы, какое-то иное наполнение, такое смысловое. Что с дорогами, как обстоит дело? Большую часть привели в порядок в прошлом году, и в этом году планируем эту работу уже завершить, то есть доремонтировать все те дороги, которые у нас оставались. Хорошо. Спасибо.